Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. У Дніпрі вже вдруге проходить соціальний проєкт для жінок ВПО. Я знаю, ти можеш. Ініціатива дає можливість жінкам, що постраждали внаслідок окупації Криму та Донбасу, відкрити власний бізнес. Яким чином проходить ця підготовка та про що мріють учасниці проєкту? Ми запитаємо у них самих. Гості нашої студії – Оксана Робко та Ріма Єня. Мої вам вітання. Доброго дня. Дівчата, мабуть, перше логічне запитання. Сьогодні ви дніпрянки, так? Ну, принаймні, в душі. Але звідки з Буремного Сходу ви приїхали, коли розпочалася війна? Вам слово, Рім. Сама, взагалі, родом я із Краматорська, а сім'єю поступила там в Донецьк, і з сім'єю із Донецька прийшлось виїхати в Дніпр. Ви? Я в 2014 году переехала из Крыма. У меня муж военнослужащий, и так получилось, у меня как раз ребенок родился за 10 дней до этого всего. Я с маленьким ребенком, с 10-дневным сумочкой уезжала в 2014. Сначала мы переехали во Львов, мужа перевели служить, потом вот мы сейчас в Днепре живем. У власних містах, в рідних містах, чим займалися до 2014 року? Преподаватель, воспитатель, то есть это педагогика. Вы кто за освітою? Чим я занялась? Работала в банке кредитным специалистом. Так, тобто маємо вчителя і працівника з фінансами. Добре, як ви дізналися про цей проект «Я знаю, ти можеш»? Я узнала, мені сестра сказала, в Києві вона пройшла такий же проект, і вона сказала, от давай ти теж попробуєш. От. Я вот от нее узнала, вот так. Я информацию просто узнала из Фейсбука. Угу. Подписана на страницу Элиос, и там была информация, что будет такая-то программа, правила заявочку. Які справи мрієте розпочати? Чи це у вас спільний якийсь проект? Чи у кожної свій? Нет, у нас разные. У меня вообще нестандартная такая история. Мне хочется написать книгу о тех людях, которые прошли переселение, прошли вот эту боль, прошли вот эти эмоции, то есть начали жизнь заново, прошли какой-то путь, и вот хочется о них написать книгу. Но это такая вот идея, мечта, а вот нам помогает и Наташа, и тренеры нам помогают, как втилювати, да, цю идею. Она оказалась очень сложная, ну, как вот, как показали наши занятия. Ну, будем пробовать. У вас яка мрія? У меня была мечта с детства рисовать. Я любила очень рисовать, но... Знаете, как в 90-е годы все шли учиться туда, где больше платят, такого образа. Ну, работала в банке, и после переезда уже из Крыма, да, постоянные вот эти переезды, маленький ребенок, декрет, и как-то невозможность устроиться на какую-то постоянную работу из-за этих переездов. И вот решила я заняться хобби на тот момент, да, поначалу вернуться к живописи. И потом, вот как-то в процессе уже овладевания снова навыками, да, рисования, я понимаю, что мне настолько это нравится, что я хочу, чтобы в моей жизни это как-то больше присутствовало, чтобы это... Больше, ну, ніж хобби, так? Так. Ну, и на столе я бачу, це ваші роботи, давайте розказуйте про них, а, можливо, про якусь роботу, яка має певну цікаву історію. Ну, давайте я вам розкажу, вот, наверное, про вот эту работу. Так как у нас в этом году, да, начался коронавирус, пандемия, многие художники, скажем так, в скрутном становище оказались, запертые дома во многих странах. И в Швейцарии проходил такой благотворительный проект, в нем участвовало 500 художников со всего мира. Задание было разрисовать красками, показать, какого цвета твой день на карантине в течение месяца. То есть это 30 оттенков одиночества, можно так сказать. И вот эта работа участвовала одной из 500 работ художников со всего мира.
Як визнала цю роботу журі? Це не було якесь змагання. Так, це просто була соціальна така акція в підтримку творчих людей. І взагалі, що ми єдині в місті, да, в цій проблемі. Просто показати наше єдинство, да, як людей, як художників, творчих людей. Вот из этих работ, потом 500 работ, была создана огромная инсталляция размером 6 метров на 2 метра. Это огромное полотно, но очень многим нравится. В Швейцарии прям, ну, многим понравилось, заинтересовались все. Ну, давайте продовжимо спілкуватися стосовно цієї картини. Перший день. Що це за емоції тут намальовані? Перший день – це, мабуть, жахіття, так, як всі почувствовали, вот, когда именно наступил тот день, что все сказали, всем сидеть дома, ты не можешь выйти из дома, не можешь нормально пойти в магазин, пройтись по улице, да, спокойно, это какой-то, ну, ужас души, наверное. И постепенно, вот в течение, да, месяца, как-то эмоционально я уже к концу стабилизировалась. Что показывает 30-й день? 30-й день показал, что, в общем-то, все, наверное, не так страшно, как казалось бы. Все мы можем пережить, да, переболеть. Ничего страшного, не такое бывало. Где-то так. Рима, дивіться, Оксана займалася творчістю. Що ви на карантині робили? На карантині? Отдыхала, если честно. Ну, на самом деле, это такая можливість була, да, и как бы кто-то скоростався, кто-то ні. Можна було отдохнуть, можна було. Тут я зараз работаю риелтором, мені дуже подобається спілкування з людьми, вот, і був час відпочити. Тому що ти не можеш пересуватися, транспорт не їздив, і тобто була можливість відпочити. Добре, повертаючись до так названих тренінгів, як і що розповідають тренери, як це може допомогти вам у вашому бізнесі? Які настанови отримуєте? Тренери з Германії, Юля з нами працювала, потім вот тренер з фінансів. Это такая вот выжимка чисел, опыта, потому что Юля с Германии, у нее несколько было бизнесов, и она теряла эти бизнесы. Вот такой опыт, с которым она делится, помогает. У нее так же само было издательство, у нее так же само была галерея, да, и очень интересно ее было слушать. И такой вот мягкий, волшебный пинок, который она умело это нам давала, очень интересно. А финансы, вот сегодня и вчера, это были финансы, которые вот всю эту идею, они упаковывают в цифры, в дни, в месяцы, год, как ты можешь прийти к своей цели, к своей мечте. Ну вот так. Якщо говорити про кількість навчаючихся жінок, для вас вони хто в першу чергу? Колеги? Конкурентки, подруги. Да. Рідні люди за духом. Добре. Я знаю, що за результатами проєкту найкращі бізнес-ідеї отримують гранти на закупівлю необхідного обладнання для розвитку власної справи. Якщо раптом не виграєте, чи будете продовжувати рухатися до своєї мрії? Что касается меня, я буду стараться, потому что мне сказали четко уже не один человек, чтобы даже издать книгу, то это стоит около даже тысячи долларов, то есть 5-10, это большая сумма денег. То есть тот грант, который мне предлагают, он меня абсолютно не спасет, и я просто получаю удовольствие. Вот. А, ну, можно до цього залучити якісь проекти, хто, ну, будет заинтересован в этой книге, и как я смогу ее оформить и подать. Ну, возможно, это через несколько лет, возможно, будет. Вам слово. Я на самом деле уже около 3 лет занимаюсь, да, хожу, учусь живописи, учу какие-то основы, которые я пропустила, да, в своей жизни. И даже до этого проекта у меня уже были определенные наработки, да, по развитию, чтобы творчество перешло больше в бизнес. Поэтому останавливаться я точно не буду, но информация была, ну, просто на вес золота, которую даже, честно говоря, возможно, где-то и за деньги дают.
Одне з останніх запитань. Як ви думаєте, на сьомому році війни такі проєкти вкрай необхідні, чи все ж майже, ну, скажімо так, це потрібно лише вузькому колу людей, ну, таких, які опинилися у скрутному становищі? Я считаю, что нужны. Я ничего не ожидала, правда, от этого проекта. Думала, просто пойду пообщаюсь. Но тренеры действительно вкладываются, дают, передают свой опыт, ценные советы. И некоторые девочки, которые с нами были, да, они говорят, что я вот этого не знал, я этого не знал, я вот не знал, как открыть свое дело. И, ну, люди просто столкнулись с... Ну, то есть им дали такую ценную, интересную информацию. То есть действительно, как Оксана сказала, что где-то бы мы это бы за деньги бы получали. А тут нам такая можливість. Досвід отримання, да, і спілкування схожими долями, так? Так, так. Ну що, дякую. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Бажаю вам успіху і в отриманні майбутнього гранта. Нехай. Скільки, до речі, їх має бути, цих грантів? Три гранти, так, на кожне місто. Там три міста зараз приймають участь. Київ, не пам'ятаю, Харків, я здається, і Дніпро. Ну, і Дніпро. Тобто в кожному місті буде переможець, так? Три переможця, три переможця у кожному місті. Місті, да. Да. Бажаю, щоб ви були серед переможців. Дякую. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Отже, слідкуємо за розвитком цього проєкту. Сподіваємося, що в нашому місті скоро з'являться нові кав'ярні, квіткові магазини, вийде в світ нова книга та матимемо можливість сходити на виставку чудових картин. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить!